То есть очень важно, чтобы то, что вы даете, решать проблемы клиента. Что мне, например, уговорить не надо, что купи туфли, правильно? Если я, мне понравится, самому куплю, правильно? Что вы человеку давать то, что он ищет, вот, знаете, вот сильно хочет. Потому что жизнь его загнала в угол. Два вещи есть у человека. Он покупает у вас благодаря двух вещей. Либо решать проблемы, либо достигать мечту. То есть, понимаете, да? Он сам либо уже давно ищет, где купить, второй, либо проблема уже все. Вот такое. Поэтому не надо. Я раньше не понимал, вот не знал, знаний не было, маркетинг и так далее. Я мучился, черт побери, пытался вот кому-то в рекламу потратить кучу денег. Я сейчас почти много на рекламу, вообще не трачу почти. Почти не трачу вообще. Просто надо очень делать правильный маркетинг и человеку дать то, что ему нужен. И вот они сами друг другу расскажут. У вас есть два подхода только. Вот смотрите, и вы выбираете один из них. У вас не будет третьего. Это такая VC. Либо здесь вы выбираете digital маркетинг. Это очень много денег вы выкладываете. Куча денег и так далее. Она всю трафика создает во всех направлениях и так далее. Все выходит туда. Digital маркетинг охватывает все то, что касается маркетинга. Или либо просто выбираете сарафанное радио. Одна баба сказала. Кто меня понял? Самый простой механизм, который активно работает, дешевле обойдется вам, что? Рекомендация. Рекомендация. Потому что люди все равно рекомендацию больше доверяют, чем вашим рекламам. А современный мир для того, чтобы авторитет был, и для того, чтобы ваш клиент был уверен, что вот вы сильная компания, нужно все равно несколько точек касания, минимум 50, чтобы он видел, потому что у него есть, если вы знаете, с каждым годом что появляется? Появляется такое новое понятие – клиентский опыт. Напишите его, пожалуйста. Что появляется? Клиентский опыт. Когда будем про продажи говорить, я об этом много буду рассказывать вам. Клиентский опыт. Например, я захожу в гостиницу, но хорошая гостиница, но я подсознательно смотрю на эту гостиницу, либо воспринимаю его, либо не воспринимаю. Либо говорю, это классная гостиница, но чего-то не хватает. Вот это кафе сидишь, и он, ой, хороший кафе вроде бы, ну, была бы вот так, вон там лучше. А клиентский опыт откуда появляется? Подсознательно клиент сравнивает вас с другими людьми, и у него появляется какая-то... Он сам не понимает, что ему здесь не понравилось, но что-то не то, сам не могут конкретно вам сказать. И это для него понятие клиентский опыт. То есть он побывал там, он вас сравнивает с разными людьми. И всегда клиентский опыт на первом месте стоит. Клиент покупает на первом месте, исходя из своего клиентского, вот подсознательного, вот опыта. Он не от слова, которые мы говорим ему на рекламе и так далее. Клиентский опыт. Он на первом месте. На 80-90% покупка завершается благодаря клиентскому опыту. Если мы имеем постоянное общение со своим потребителем, нужно развивать культуру общения со своим потребителем.